С вами Playboy Атомный и продолжение энциклопедии информатикуса. Синхронизация. Почему необходимо четко следить за порядком выполнения процессов? Влияет ли на это многозадачность? Представь себе такую ситуацию. 5 китайских философов, ничего себе, сидят за круглым столом. Каждый из философов в определенный момент может либо есть, либо думать. Вот это да! У каждого из сидящих за столом своя тарелка и палочка. Палочка лежит на столе справа от него. Однако, чтобы приступить к трапезе, любому из собравшихся необходимы 2 палочки. Вот это суперсложно. Понятно, что не хватает 5 палочек, чтобы все философы одновременно могли участвовать в трапезе. Вместо этого им придется делиться с друг другом теми палочками, что лежат на столе. Однако это не так-то просто. Сидящий за столом философ должен дождаться, когда освободится палочка справа и слева от него. 2 философа не могут одновременно взять одну и ту же палочку. А если каждый из них возьмет в руки свою палочку, находящуюся справа от него, вообще никто не сможет есть. А почему 2 философа не начнут есть вместе по одной палочке каждый? Они же философы, они могут к такому решению додуматься. Итак, если несколько процессов философов хотят воспользоваться одним и тем же ресурсами, палочками, то необходима синхронизация, то есть координация между процессами. Таким образом произойдет согласование за счет договоренности между философами, кооперативный многозадачный режим или в результате поступивших извне команд, вытесняющий многозадачный режим. Не имеет решающего значения для конечного результата, то есть какой из этих процессов привел к синхронизации. Важно то, что отсутствие подобной синхронизации может вызвать неразрешимые проблемы. На практике такое состояние называется зависанием компьютера или процесса. Переходим к компьютеру и время. Рассмотрим монитор кардиографа, подключенного к больному. На экране мы видим, как бьется сердце пациента. Аппаратура, которая подключена к пациенту, не может моментально перевести сигналы от сердца в диаграмму на мониторе, поэтому вывод на экран занимает некоторое время. Таким образом, возникает небольшой временной сдвиг между изображением на мониторе и реальным сердцебиением. Такой временной сдвиг называют временем задержки. Действительно, кстати. Практически во всех областях применения современных вычислительных систем стремятся уменьшить время задержки. Добиться этого позволяет, например, увеличение вычислительной мощности или повышение пропускной способности компонентов, обрабатывающих данные. Время реагирования современных персональных компьютеров полностью отвечает требованиям, выдвигаемым для большинства областей применения, и составляет порядка миллисекунды. Однако существуют специфические области применения, в которых для обеспечения корректной работы устройства необходима такая минимизация времени задержки, которая лежит внутри границ определенного максимального значения. Вот это что? Минимизация, которая лежит в области определенного максимального... О чем это? Системы, способные дать такой результат, называются системами реального времени. Вот херовое объяснение. Различают жесткие и мягкие системы реального времени. Жесткие системы гарантируют проработку критических процессов в течение заранее установленного временного интервала и имеют в резерве вычислительные мощности на случай такой необходимости. Мягкие системы реального времени не представляют такой возможности, однако в большинстве случаев они спокойно справляются с нагрузкой, и к тому же они значительно дешевле жестких систем. В качестве примера мягкой системы реального времени можно привести компьютеры, компьютерные игры в жанре шутер, а к жесткой – систему управления на атомной станции. Интересное сравнение. Ничего себе сравнение! Как можно такое сравнивать? Нельзя даже. Так, давайте переходим к хранению данных. Структуры данных. Введение.
В предыдущей главе мы рассмотрели различные типы данных, которыми может оперировать большинство современных языков программирования. Предположим, что программа должна обработать некоторые данные. Самая главная задача этой программы – это обеспечение максимально удобного доступа к любой информации. Как нам поступить? Одним из возможных вариантов решения было бы сохранение каждого значения с помощью своей универсальной переменной. Однако количество переменных было бы очень велико, и скорее всего со временем мы бы в них запутались. Второй вариант – это создать такую переменную, которая позволила бы нам обратиться к любому элементу множества напрямую. Именно такими функциями обладают так называемые структуры данных, которые мы рассмотрим подробнее на следующих страницах. Списки. Вообще-то надо с массивов начинать. Массивы или группы. А тут почему-то со списком начинает. Наиболее распространенной структурой данных является список. Список можно объединить любое количество значений и величин, которые, тем не менее, должны принадлежать к одному и тому же типу данных. Каждый элемент списка снабжен увеличивающимся порядковым номером, индексом, с помощью которого можно получить доступ к отдельным элементам списка. Нумерация начинается с нуля или с единицы, в зависимости от используемого языка программирования. В нашем примере список начинается с единицы. Размер списка, а с ним и резервированный объем памяти, заложены в программе и не могут быть изменены в процессе функционирования. Ну, пока объясняется список, что-то, но... Это не очень хорошее объяснение. Посмотрим дальше. К примеру, давайте составим список учеников вашего класса. Предположим, что в нашем распоряжении не компьютер, а только лист. Бумаги и карандаш. Наша задача записать все имена учеников по порядку. Для этого запишем каждое имя в отдельную строку и присвоим ей номер. Начиная с первой. Теперь, зная имя списка, это имя переменной, и номер позиции, мы можем получить доступ к имени ученика. То есть весь список называется, допустим, B-класс. И B-класс 1 – это Отто, B-класс 2 – это Анна, B-класс 3 – это Мария. Вот так вот будет, да? Соответственно, вот мы выбрали Клаус. Нам показалось, Наймен с листы. То есть B-класс 5 – это Клаус. Пауль, тут можно Марию кого-то еще выбрать. Отто. Понятно. Давай переходим к массивам. Они же множество, они же группы. То есть группы каких-то различных элементов. Ну, допустим, у нас есть игрушки-солдатики на одной полочке, на другой с полочки машинки, на третьей полочке вертолетики. Все это три полочки с игрушками, да? И у нас будет, получается, общая группа игрушки, которая объединяет солдатика, полочку с солдатиками, самолетиками и машинками. Давайте попробуем дальше развить наш пример. Предположим, что мы сохранили имена в списке, где на каждое имя приходится одна строчка. Теперь в дополнение к имени мы захотим занести в список данные об улице, где живет ученик. На бумаге внести изменения достаточно просто. А как это сделать на компьютере? Нам-то на помощь придут массивы. Как и в случае со списком, размер массива и занимаемый им объем памяти определен изначально и не может быть изменен в ходе работы программы. На самом деле, списки можно изменять их размеры. А все значения в ячейках массива должны принадлежать к одному и тому же типу данных. В нашем случае это string, строка, поскольку речь идет о комбинации букв и цифр как последовательности знака. Ну хорошо, дальше что у нас пойдет? В нашем списке каждому элементу присвоен индекс, который показывает номер строки, в которой он находится. Элементы одного массива обладают как номером строки, так и номером колонки, в которой они помещены.
То есть они обладают двумя индексами. Если мы хотим узнать адрес третьего ученика, то нам нужно найти ячейку на пересечении третьей строки и второй колонки. Естественно, мы можем увеличить наш массив, добавив еще одну колонку. В ней бы мы могли поместить данные о районах, в которых проживают ученики, или об оценках средних. А чтобы узнать полный адрес ученика, нам надо получить значение из третьей и четвертой колонки. Не очень понятно. Ну ладно, погнали к записям. Массивы будут полезны для решения многих задач, однако было бы неплохо, чтобы они позволяли сохранять значения, относящиеся к различным типам данных, например, имена и названия улиц, как string, и возраст, как число типа integer, то есть целое число. С помощью массивов этого добиться нельзя. Нам нужен другой тип данных. В этом случае нам помогут записи, records, которые разрешают сохранять любые данные. Ну, объекты вообще-то. Такой подход даст возможность создать собственные структуры, которые могут состоять из нескольких различных типов данных. А обратимся снова к нашему списку. Дополним каждую структуру возрастом соответствующего ученика и обозначаем колонки как имя, улица и возраст. То есть на самом деле мы создаем это не просто запись рекорд, это объект уже. Объект с множеством переменных, и еще в объекте можно записывать действия, которые может совершать объект. Поэтому вот так вот. Погнали, деревья. Пошли. Предположим, мы написали программу, с помощью которой можем сохранять данные по ученикам и управлять этой информацией. Для этого мы используем список из 5 элементов. Каждый элемент списка состоит из одинакового, но неоднородного набора элементов, который в целом можно обозначить уникальным типом данных – запись ученик, ну фактически объект. Все хорошо, если в такой список делается один раз. Все хорошо, если такой список делается один раз и не меняется с течением времени. А если нам надо добавить в список еще несколько учеников? Лучше всего, если бы у нас была возможность динамично приспосабливаться к текущим условиям и менять размер списка во время выполнения программы. Это возможно с помощью дерева. Подожди, вернемся к записи. Угу, вторая страничка забыл. Значит, мы остановились на записи или объекте, где разные типы переменных могут быть записаны. Таким образом, мы можем создать уникальный тип данных ученик, который будет состоять из элементов имя типа string, улица типа string и возраст типа integer. Теперь, если мы захотим получить сведения о возрасте третьего ученика, нам необходимо найти третью строчку и прочитать значение в третьей колонке. Ну, фактически это создали объект. А в табличке это самый удобный способ записывать много объектов одинакового типа. Ну, допустим, мы заходим в магазин, ищем мобильные телефоны, и нам в таблице выводятся разные модели мобильных телефонов. Мы смотрим себе и выбираем, какой нам нравится, да. А если мы откроем, допустим, компьютер, и там уже будет другая таблица с другими характеристиками. Если у мобильного телефона там сколько карточек, какой тип связи, да, сколько аккумулятор держит, то, допустим, у ноутбуков уже не будет строчки с типом этого самого соединения, то есть какие типы карточек он может себе держать для звонков и какой стандарт связи поддерживать. Немного другая. Если мы перейдем в табличку вилок, скажем, то там вообще будут другие характеристики. Там не будет ни памяти, ни разрешения, ничего такого. А будет, скажем, металл, из которого изготовлена, масса, размеры и там цена. Вот. Все. Так, давайте перейдем к деревьям. Мне не нравится, как здесь объясняется, что такое дерево, потому что в норме в список, в конец списка можно всегда дописать, да, что-то и добавить. В общем, объясню особенности, что в компьютере. Дело в том, что каждая переменная... Зачем вообще появились вот массивы, множество переменных или объекты в программировании?
Изначально мы создавали переменные и описывали там какие-то простые программки. Но потом стали появляться все более сложные программы, и в них уже простые переменные невозможно было использовать. Вот, допустим, программа, которая симулирует 100 машин, ездящих по улице, правила дорожного движения соблюдая, да? Не получится для задавать переменную, там, допустим, скорость машины 1, скорость машины 2, скорость машины 3. Это каждая вручную прописывать. Все вот такие характеристики к одной машине, они объединены в группу. И вначале вот действительно брали массивы и писали, что вот скорость машины 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И находит, соответственно, машину 10, выводит ее скорость. Это вот в группе, в массиве было. Но это оказалось не очень-то удобно, потому что у одной машины много параметров. Не только скорость, а количество людей, которые в ней сидит. Там, допустим, цвет ее, модель какая называется эта машина. И... все это в рамках одного массива нельзя хранить, потому что массив — это табличка однородных данных, то есть там только записи или только цифры, целые цифры, или только цифры с запятой, или цифры только с минусовым значением, или отдельные буквы, то есть один тип данных в массиве может быть записан. Поэтому если у нас цвет — это запись у нас получается буквенная, а, допустим, год выпуска цифровая, то это разные типы данных, они не поместятся в массив. И тогда придумали понятие объекта, где в объекте, к конкретной машине, указываются все ее характеристики разного типа, и плюс указываются те действия, которые может делать объектом. Допустим, ехать, открывать двери, закрывать двери, заправляться, включать-выключать свет, полностью вот так вот так. Поэтому создали объекты. И еще, массивы, они их изначально, когда создали, то есть их задается сразу какое-то количество. Допустим, мы 10 машин создали, да, и массив там номеров машин. То мы создали 10 машин, все, их количество изменить нельзя, потому что под каждую переменную, вот допустим, мы создали целое число, integer, это занимает вот эта переменная, она занимает в памяти компьютера 1 байт. Выделилась в памяти компьютера вот эти ячейки, выделился 1 квадратик байт. Все, у нас есть одна ячейка, где хранится вот номер машины. Но у нас идет, когда создается массив, не одна ячейка памяти, а сразу 10 забирается. Потому что если не будет забираться 10, вот, а будет, допустим, здесь одна, где-то еще непонятно одна, где-то еще, это будет неудобно, потому что неудобно искать информацию, неудобно понимать, где она находится. Поэтому, когда создается массив, он сразу забирает вот 10 ячеек памяти, которые рядом находятся в компьютере. А дальше память свободная, и уже на 11 ячейке может быть записано все, что угодно. Какая-то служебная информация, какой-то программный код, еще что-то такое. И если мы пытаемся, вот у нас выделено памяти 10 ячеек под массив, если мы пытаемся еще добавить 11, то стирается, например, часть программы, там какие-то команды, которые были записаны после таблички, да? Вернее, после массива. И программа уже работает некорректно. То есть на хранение информации компьютер тратит память. Вот эти ячейки памяти, можно сказать, эти самые полочки для каждого вида игрушек расходуются. И массив, он расходует сразу много, 10, там, допустим, ячеек, которые стоят рядом. А дальше уже все. Дальше уже идет какой-то левый код. Так вот, пытались решить эту проблему. Объекты то же самое. Они берут и занимают какой-то объем памяти. Но придумали такие вещи, как динамический список и, собственно, BSP-дерево, вот бинарные деревья, то, что сейчас рассказывают. Что такое динамический список?
он выглядит для пользователя фактически точно так же, как массив. Но работает он по-другому. Он выделяет память вот одну ячейку. Мы создали, допустим, 5 ячеек. Он выделил сразу вместе рядом 5 ячеек памяти. А дальше он может пропускать ячейки. То есть 10 ячеек пропустил, еще одну ячейку сюда записал. Потом там шел какой-то код, мы записали, и он нашел где-то свободное место, еще записал код. Вот, и таким образом он разбросан по памяти. Вот в этом и недостаток списка вот такого свободного. То есть он вроде как можно в него добавлять сколько угодно записей, но из-за этого он не рядом весь компактен в памяти находится, а он находится очень размазанно по памяти, и с ним тяжело работать. Он работает намного медленнее. Вот, это его недостаток. Но достоинство то, что можно сколько угодно элементов добавить. И приблизительно точно так же работает BSP-дерево, бинарное дерево, по добавлению информации. Но оно еще одновременно сортирует список. Вот так вот. То есть вот, смотрите, сейчас у нас, допустим, свободный список. Видите, у нас по возрасту 19, 23, 18, 22, 18. То есть возраст у всех записей весьма хаотичный. А бинарное дерево, оно не только добавляет запись, оно еще сортирует все записи по возрастам. То есть у нас вначале пойдет Мария, вот, которой 18, потом Клаус, которому 18, потом пойдет кому 19, потом кому 22, кому 23. И вот между вставит, он посмотрит, ага, 18, 19, и после 19 вставит вот 6 ученика 20 в бинарном дереве. То есть оно еще и отсортирует список. Это удобно, потому что тогда легче искать, будет работать с информацией. В этом отличие бинарного дерева от свободного списка. И вот почему нужны, собственно, бинарные деревья, свободные списки. Потому что мы не просто записываем на страничке, а мы записываем в памяти компьютера. И эта память компьютера, ее нужно какой-то размер выделить. Только когда этот размер памяти выделен, мы можем в нее что-то записать. А дальше за пределами выделенной памяти уже могут быть записи продолжения другой программы или что-то операционная система туда запишет. В общем, там другие программы используют место для хранения какой-то информации. Это отличается от листочка. Это как будто вот мы составляем список, да, здесь учеников нашего класса. А дальше, чуть ниже этого списка, мы записали рецепт борща. А после рецепта борща мы снова продолжили список нашего класса ученика. Так обычно, ну знаете, на черновиках могут записать, да? И нам нужна стрелочка, чтобы соединить вот эти разрозненные кусочки нашего списка. Это приблизительно как выглядит в памяти все это. Выбор термина «дерево» для этого структурного типа данных не случайен. Настоящее дерево имеет корень, ствол, ветки, листья. В информатике структура данных дерева построена аналогично, только названия составных частей такого дерева иные, технические. Несущие ветви и побочные ветки обозначаются как ребра, развилки и листья, как узлы. Ствол называют корнем. К узлу дерева ведет только одно ребро, исходящих же от узла может быть несколько. Если ты... Если ты оборвешь исходящее ребро от узла, то возникнет обособленная структура, самостоятельное дерево, обладающее в свою очередь корнем, узлами и ребрами. Эта вновь возникающая древовидная структура становится частью дерева и обозначается как поддерево. Вот плохо объясняют. Понимаете, зачем это дерево? Это нужно для сортировки информации. Вот мы создали массив. В массив запихали учеников. Этих учеников у нас 10, допустим. Пока гарантированная вещь. Но мы их просто записали, а нам нужно отсортировать в порядок, скажем, по алфавиту.
что первый ученик идет, у кого имя начинается на А, второй на Б, третий на В. И, соответственно, происходит уже сортировка. У нас программа ищет всех учеников по очереди, какого у них и с чего начинается фамилия, и выставляет, ага, этого ученика фамилия А, переносит его наверх. У этого на Б второго места ставит. У седьмого, допустим, на В фамилию он ставит на третье место. То есть происходит сортировка. Понимаете? И есть разные типы сортировки информации. Вот, и один из типов сортировок, который позволяет быстро отсортировать информацию, это дерево бинарное. То есть вот у нас отсортировали мы учеников всех от первого номера до десятого, от фамилии на А, заканчивая фамилиями, какая там десятая фамилия будет, пускай З, да, или Ж, на Ж фамилию заканчивая. И что дальше? А дальше мы ищем информацию в этом списке. Мы можем проходить по очереди, то есть, вот, допустим, нам нужно найти ученика на Ж. Или, допустим, нам нужно найти седьмого ученика. Мы можем начать считать первый, второй ученик, третий, четвертый ученик, пятый, шестой, седьмой, восьмой. По очереди пройти, дойти до седьмого ученика, выбрать его. А можем делать по-другому. И это будет меньше... Вот смотрите, допустим, чтобы дойти от первого до седьмого ученика порядком перебора, нам нужно перебрать 7 учеников. А если мы, допустим, делаем по-другому, делаем делением на 2, то есть у нас идет или... допустим, умножением на 2. Каким образом? У нас начинается первый ученик, потом первый ученик множим на 2, второй ученик смотрим, второй ученик больше 7, нет, меньше, значит еще ищем, умножается на 2, четвертый ученик, видите, перескакиваем третий, четвертый ученик больше, чем 7, нет, следующий к восьмому ученику перескочили, и потом с восьмой уже больше, чем 7, возвращаемся на единичку 1 и к седьмому ученику находим. Таким образом, вот смотрите, вот таким скачком мы пропустили третьего ученика, мы пропустили пятого, шестого ученика. Мы на 3 шага меньше сделали, ища информацию. Или и начинаем, допустим, мы можем начинать по-другому. Нам нужно найти седьмого ученика. Мы считаем не с первого номера, а берем весь массив. У нас 10 учеников. Делим на 2. Получается 5. И начинаем с пятого номера. 5 больше, чем 7? Нет. Значит, мы увеличиваем на единичку, идем к шестому, а потом к седьмому. И видите, мы уже по-другому начали считать. И получилось у нас, чтобы прийти к седьмому ученику вот с таким подходом, у нас 3 действия мы сделали, и еще быстрее дошли до седьмого ученика. И суть в том, что вот этот поиск информации в разных списках, в разных табличках, это одно из самых основных действий в программировании. Почти все программы используют поиск информации, используют работу с информацией, используют сортировку. И вот бинарное дерево – это один из эффективных способов поиска информации. Вот у нас, допустим, 100 учеников, мы отсортировали все 100 учеников и разбили их по бинарным в бинарном дереве на сегменты. И начинаем считать, нам 55-й ученик нужен. Сразу с 50 начинаем, 55 больше, чем 50. Да, и идем в правую ветку. Вот зашли мы в правую ветку. Теперь у нас тут стоит от 75, вернее до 75 и от 75 до 100. 55 больше, чем 75? Нет. Идем в левую ветку. Тут у нас снова идет. И вот так вот мы быстро за пару шагов буквально находим искомую запись. Там 55-го ученика. Вытаскиваем, как его зовут, чем он занимается и что он делает. Вот для чего вот эти бинарные деревья и прочие вещи используются. Для поиска информации. Пошли дальше. Самым простым примером дерева является цепочка списков. В этом случае от корня к ближайшему узлу ведет только одно ребро. От него снова одно ребро ведет к следующему узлу и так далее.
Такое дерево не имеет разветвлений. Каждый узел сохраняется только одно значение, а также указание на последующий узел, который становится дочерним по отношению к предыдущему, материнскому узлу. Попробуем записать наших учеников при помощи списка цепочки. Отец равен корень, сын отца 1, отец 2. Блин, какая хрень, как это тяжело. Ох, плохое объяснение идет здесь, что поделать. Для этого возьмем наш тип данных ученик, дополним его записью следующий ученик и создадим таким образом новый тип данных узел ученик. Теперь сохраним в памяти только первого ученика корень в переменный тип узел ученик. Если мы хотим добавить к нему нового ученика, то нам придется прогуляться по нашему списку цепочки от корня до самого последнего узла. Если ссылка на следующий узел указывает в пустоту, то создаем новый узел, узел ученик. Вносим необходимые данные и отводим новый указатель в пустоту. Готово. Снова хреновое объяснение. Что такое, зачем вот эти указатели на другие записи? Смотрите, мы уже знаем про массив. Массив — это получается один тип данных, которые записаны друг за другом. Там 10 учеников, имена 10 учеников, это строки, и 10 строк у нас записано друг подряд другом. Выделена память 10 ячеек. Нам не нужно, это получается компактная память, потому что следующая запись будет буквально следующая ячейка. Следующая память будет следующая ячейка. Тут все нормально, мы идем, получается, ячейка за ячейкой и перебираем запись. Но, когда у нас есть свободный список, и у нас, допустим, 5 учеников подряд идет, а потом 6 где-то здесь, дальше в памяти, 7 еще где-то дальше в памяти, то мы не можем, мы вот прошли 5 ячеек, а дальше куда идти? Следующая ячейка — это уже совсем другая информация. А как нам найти вот запись, сделанную где-то вообще далеко? И тут приходит в помощь понимание адресов ячеек памяти, то есть у каждой ячейки памяти есть свой адрес, как у каждой квартиры, у каждого дома в реальности в городе есть свой адрес. И вот у каждой ячейки тоже существует свой собственный адрес в памяти. И смотрите, что происходит. Вот свободный список, он каким образом работает? Он сохраняет информацию не только про, там, допустим, имя ученика, но еще дополнительно у него идет запись следующий адрес следующей ячейки. И он, получается, переводит информацию на, ну, то есть он переходит к адресу следующей ячейки, где следующая запись, и вот так вот проходит по всем ячейкам. Соответственно, дошел до пятой, у нас разрыв, и где-то там уже, ну, допустим, у нас были подряд 101 ячейка, 102, 103, 104, 105 ячейки, это были вот 5 подряд записей у нас учеников, а следующая запись где-то 200, в 235 ячейке. И у нас в последней 105 ячейке записано, что в 235 ячейке. А в 104 ячейке записано, что 105 ячейка. Понимаете, тут уже получается больше информации надо хранить. Нужно хранить не только имя ученика, но еще номер следующей ячейки, к которой мы перейдем. А, допустим, в обычном массиве, в нем нельзя добавить новых записей, но в нем нету никакой дополнительной информации, кроме имен наших учеников. Но он только 10 вот ячеек занимает, и все, его нельзя расширить, его нельзя сократить. Зато список можно расширять сколько угодно. Он занимает в 2 раза больше памяти, но его можно расширять. И удалять, например. Это его удобства и недостатки. Собственно, и здесь показан простой список, когда у нас идет, то есть однонаправленный список. У нас список, в котором указывается имя, то есть в каждой записи списка она состоит из нескольких переменных, из нескольких записей. Имя, адрес, возраст и ссылка на следующую запись, то есть на адрес ячейки, где хранится следующая запись. Вот так вот список работает. Есть еще двунаправленные списки. То есть
у нас еще дополнительная ячейка выделяется, и в нее записывается адрес предыдущей ячейки списка. И таким образом из любой ячейки можно будет пройтись вперед или назад. Но памяти еще больше будет каждая такая запись забирать. И, соответственно, программисту приходится в зависимости от той задачи, которая решается, от той программы, которая пишется, выбирать, будет он хранить информацию в массиве, будет он хранить информацию в дереве, в простом списке однонаправленном, в двунаправленном списке, и как дальше поступать. Это то, что делают многие программисты, то, что нужно делать многим программистам. Вот. Надеюсь, это понятненько. Ну, мы остановились уже на структурах данных, что такое деревья. Продолжим уже в следующей серии. С вами был Playboy Атомный и Энциклопедия Информатикуса. Если что-то непонятно, пишите свои вопросы, задавайте их нормально, чего-то не понимать. И как раз задавая вопросы, вы можете узнать ответы и понять то, чего было непонятно раньше. До следующего эпизода. Только революция, только победа.